Здорово, здорово, здорово. Ой, мы тут с вами будем. Показалось? А может нет? Сейчас. Я не помню, там сейчас ничего. А, мы познакомились с мальчиком одним. Так, что там было? Так, разбрал, спасибо, мы сказали. Мэл снова потянула Рислина к выходу в надежде, что незнакомец встает в сторону. Но он не сдвинулся с места и только сильнее нахмурился. Ты не мог бы отойти? Сперва я хотел бы кое-что обсудить. Привет, Линкоэкс. Та-ра-та-ра-та-та-та. Так, что-то... обсудить. Блин. Я не помню, влияет ли это на что-то. Ну, как влияет. Немного реплики разные где-то, и... шкала повышается. Алиса, дождь, я забыл зонтик, но дома ждет вкусная еда. Не, у нас дождика нет, у нас солнечно, но все еще ветер, а штормы есть. Может быть, снова будешь тормить. Я надеюсь, что ты побыстрее добежишь до дома. Не промокнешь. Будешь в тепле, уюте и вкушать вкуснейшую еду. Я вот поела, но не идеальную еду, но тоже мне было вкусненько и хорошо. Первый раз занято поесть надо. Так. А, я должна заплатить за бинты и лекарства? Должна есть. Надеемся дружно, что с тобой будет все замечательно. Ну, или если хотя бы немного промокнешь, то быстро дома уже отогреешься. Я не собираюсь брать с тебя деньги за такие мелочи. О, хорошо. Еще раз спасибо. Можешь идти, но при одном условии. Так, нет. Это еще не тут, это дальше будет. Мне просто нужен будет под некоторые моменты определенный саундтрек. Я буду его отдельно включать, это... Там будет примерно секунд 15, но нам нужно именно так это будет говорить. Да. Вы поймете. Можете, но при одном условии. Конь останется здесь. В этом нет необходимости, он вполне может ходить. Может, но для лучшего заживления необходим полный покой. И все же остаться он должен по другой причине. И почему же? Потому что он мой. Что, прости? Пару лет назад его украли и, судя всему, продали за границу. Давайте на благо вот окно открывает. Главное, чтобы никого душного там не нашлось, кто это хочет закрыть форточку, потому что дует. Таврон на правом бедре стерто, но на его месте теперь шрам от ожога. Лошадь краденая, как можно догадаться. А вот и главное доказательство. Он погладил Рислина по голове, отчего тот довольно прикрыл глаза, выражая свое доверие. Чей конь? С конем тут будет очень классно. Это, наверное, одна из лучших вещей, которые есть в Руте. Разборки за коня. Это будет прекрасно. Я не знаю, как будет в двух других Рутах, но в этом Руте... Коневая разборка, это просто цыгане включены. Цыгане, они за кадром, они как раз, похоже, и свистнули коня. Ну, местные цыгане. Так, ждите.
Пес говорит, что это он не наелся. До этого, сейчас, секундочку. Посмотрите пока что на замечательного, красивого. Вот так вот. Даже вот так. Смотрите на Эдмара, на Рыслина. А я сейчас. Так появился Гай Юлий Цезарь.
Пора уходить из автобуса за вкусняхами и теплом. Кайф! А вот дальше. Надеюсь, все, кто хотел, очень внимательно все рассмотрел. Ничего, порадовался. Так. Фух. Он погладил Рислина по голове, отчего тот довольно прикрыл глаза, выражая свое доверие. Я тоже скучал по тебе, Эш. Так значит, Эш его настоящее имя? Еш. Именно так. Если ты относишься к честным, порядочным людям, то должна вернуть Эша законному владельцу. Но вот тут есть моментик. Да, ты как бы, может быть, его изначальный владелец, но они 2 года вместе уже, и как бы она его официально довольно законно купила, я думаю. И считается его хозяйкой, тоже как бы законной. Конечно же, ты уйдешь не с пустыми руками, а с достойной наградой за возвращение. Этих денег хватит, чтобы купить новую, отличную, выезженную, породистую лошадь. Друзья не продаются. Предлагаю 800. Золотом, разумеется. Ух, это очень, очень много за одну лошадь. И все же... Нет, друзья не продаются. Так ли тебя он друг? Куклы брат снова начали продаваться в России. Кайф. Конечно. Тогда ты должна меня понять. Поставь себя на мое место. Разве ты не захотела бы вернуть старого друга после долгой разлуки? Не знаю, к счастью, я не на твоем месте. Что, в смысле вниз? Ладно. Рада, что вы нашли друг друга, но теперь он мой, нет. Могу его так просто отдать. Казалось, там было плюс... А, может, это в другом месте. Похоже. Так. Я понимаю, что тебе трудно вот так сразу с ним расстаться. Но все же советую как следует подумать над моим предложением. Уничтожать с ним отношения в следующий раз. Я хочу плохую концовку потом посмотреть. Я ее не видела. С улицы донесся вой собак, хриплый и потусторонний. Годдард! Эдмар! Скорее сюда! Они снова здесь! Незнакомец обернулся на крик, и его лицо тоже переменилось. Вот же... Стой здесь, я скоро вернусь. Скорее! Жди здесь, слышишь? Да-да, конечно. В этой неразберихе будет довольно просто проскользнуть мимо. Не думал же он, что я в самом деле стану его дожидаться. Прогоните их! Только не убивайте ради всего святого! Я тоже этого не хочу, но ты ведь знаешь, что им уже не помочь. Зайди в дом и запри дверь. Мы здесь разберемся. Элена беспокойно металась по крыльцу, наблюдая, как две одинокие фигуры отгоняют от дома очередную свору одержимых. И у них это отлично получалось. Так.
Так, мы, короче, сейчас эту сцену дочитаем, и мне нужно будет закончить. Но мы можем пойти смотреть аниме на Бусти. Я считаю, что да. Да. И у них это отлично получалось. Фух, здесь нас никто не найдет. Главное, веди себя тихо, и все будет в порядке. Ты меня понял? В ответ на это Рислин лишь тяжко вздохнул и тоскливо уставился в сторону дома, который они оставили позади. Так он действительно твой бывший хозяин? Тс, не шуми. Ты ведь не хочешь снова убегать от волков или такого похуже? Скорее, пойдем отсюда. Мы должны найти постоялый двор. Нормальный постоялый двор. Опять упираешься? Рислин! Ну же, пошли. Мэл продолжала тянуть Рислина за собой, но он отказывался идти дальше. Я вижу, что скучаешь, но мы не можем вернуться туда, пойми же. Если мы вернемся, твой бывший хозяин нас так просто не отпустит. Я не могу отдать ему тебя. Просто не могу. Наконец Рислин сделал шаг вперед, но тут же Мэл застыла на месте. Не уходи. Голос звучал в голове, словно чужая мысль, спокойный и глубокий, не похожий на человеческий. А? Это был дух олень, тот самый, что обеспечил Мэл и Нориасу безопасный путь. Раньше он выглядел отрешенным и как будто безжизненным, теперь же его взгляд изменился и стал осознанным. Помоги. Сними печать. Печать? Так вот что это за странная руна у него на голове. Я вижу, что он страдает, но снимать незнакомую печать опасно. Оставлять его так тоже не лучшая идея. Рислин его не боится, это хороший знак. Но все же нельзя ослаблять бдительность. Если хочешь, чтобы я помогла, сперва расскажи, кто ты такой. И что с тобой случилось? Да, хорошо. Я расскажу. Только не уходи. Дух немного помедлил, раздумывая, с чего начать. У меня есть хранительница. Таких, как она, вы смертные зовете друидами. Когда хранительнице нужна помощь, она зовет меня, и я занимаю ее место, пока опасность не минует. Лишь один из нас может быть здесь, по эту сторону. Обычно я не задерживаюсь в вашем мире надолго, но в этот раз все пошло не так. Я не помню, как и почему хранительница призвала меня, и что произошло после призыва тоже. Мое сознание вернулось совсем недавно, но я знаю, что печать лежит на мне уже не один день. Она не позволяет мне вновь поменяться с хранительницей местами и с каждым часом изнуряет меня все больше. Я так больше не выдержу. Прошу, помоги. Я даже не представляю, что сейчас чувствует друид, застрявший на той стороне. Неужели это сделал Нориас? Он говорил о каких-то договоренностях с духом, но что он имел в виду на самом деле? Можешь вспомнить, кто наложил печать? Нет, сейчас это не важно. То, что вы зовете дисгармонией, отравляет все вокруг. Видимое и невидимое. Вот что важно на самом деле. Земля дрожит, леса горят. Невидимым огнем страх расползается по земле и проникает глубоко в корни. Вы этого не видите, но мы видим. Возможно, мы никогда не победим и не узнаем правды. Но мы с хранительницей будем бороться. Прошу, скорее. Сними печать, пока у нас еще есть силы. Хорошо, я помогу. Спасибо. Я этого не забуду. И моя хранительница тоже. Ой, как она не забудет. Снять печать. На мгновение лес осветила яркая золотая вспышка. Женщина-друид, появившаяся в ореоле света, тут же упала на землю, не в силах устоять на ногах. Ох. Что? Что случилось? Она начала приходить в сознание, осматривая окрестности затуманенным взглядом. Дух, назвавший тебя своей хранительницей, попросил меня о помощи. Я сняла печать, которая не давала вам поменяться местами. Вот как... Она с облегчением вздохнула и поднялась на ноги, слегка пошатываясь. «Если Таэлис решил, что тебе можно доверять, значит, так оно и есть». «Таэлис?» «Да, так зовут моего тотемного духа. Поверить не могу, что кто-то посмел на него
что кто-то посмел наложить на него печать. Жаль, я никак не могу вспомнить, кто это сделал. Не помню даже, как сменила обличье. Странно. У меня есть предположение, кто это мог сделать. Кто? Странник из Хизарана, которого я встретила по дороге. Он помог мне добраться до безопасного места. Одержимые держались на расстоянии только благодаря тому, что за ним, словно привязанный, следовал дух олень. Словно привязанный, говоришь. И почему я не удивлена, что это сделал странник из Хизарана? Понятия не имею, сколько времени держалась эта печать. Какой сегодня день? Первый день месяца золотоцвета, насколько я помню. Ясно. Могло быть гораздо хуже. Она пошатнулась и едва не упала, но все же успела схватиться за стоящее рядом дерево. Я никогда не проводила в другом обличье дольше пары часов. Что ж, теперь буду знать, как ужасно можно себя почувствовать, проведя в нем почти 2 дня. Сможешь идти сама или тебе помочь? Думаю, смогу. Голова болит и кружится, но в целом все в порядке. Я в порядке. Наверное. Могу я узнать твое имя? Меня зовут Мел, а ты? Дивия. Рада знакомству. Словами не передать, как я благодарна Таэлису, что он смог тебя таскать. Магов здесь почти не осталось. Из-за магической дисгармонии жить в Коуроне стало довольно трудно для тех, кто магией зарабатывает себе на жизнь. Здесь трудности вызывают дисгармонию, за пределами страны высокая конкуренция. У меня на родине сейчас очень сложно найти работу из-за переселенцев из Коурона. Так ты приехала сюда в поисках работы? В том числе, да. У меня были свои причины покинуть дом. Вот как. Это же замечательно. Видишь ли, я как раз... Как бы лучше выразиться? Хочешь предложить мне работу? Возможно, ты удивишься, но я собираюсь основать в Эдгере чародейскую гильдию. Моя цель — объединить немногих оставшихся здесь магов, чтобы сообща решать проблемы, вызванные дисгармонией. Ты могла вступить в наши ряды? Каждый человек на вес золота. Чародейская гильдия. Неплохая идея. Еще бы. Гильдия поможет тебе освоиться в Эдгере. С ее помощью ты быстро заведешь полезное знакомство и заработаешь неплохие деньги. А если возникнут проблемы, ты не останешься без поддержки других чародеев. Звучит здорово, но у меня есть несколько важных вопросов. Во-первых, я с радостью отвечу на все твои вопросы, но лучше все мы обсудим это после рассвета, на свежую голову. Голова все еще кружится. Нужно поторопиться найти место, где можно переночевать. Не хочется снова спать в лесу. Тут я с тобой согласна. Отдохнуть и выспаться в теплой постели — это все, о чем я сейчас мечтаю. Тогда вперед. Вдвоем безопаснее, лучше бы нам не разделяться. Я слышала, что на ночь ворота закрывают. Вряд ли мы сможем попасть в город до того, как зайдет солнце. Да, скорее всего, их уже закрыли. Можно, конечно, проверить, так ли это на самом деле. Но знаешь, нам и это не нужно. Я знаю неплохое место для ночлега в предместьях. Надеюсь, ты не про постоялый двор лорд и леди. Нет, конечно, лорд и леди уже давно не работает. К тому же там всегда было слишком дорого. Для меня уж точно. Я не раз останавливалась в румяном фазане. Цены приемлемые, комнаты удобные, да и еда там довольно вкусная. Я покажу дорогу. Где-то неподалеку снова раздался лай посторонний вой. Если стая нас учует, придется снова звать Таэлиса. Надеюсь, до этого не дойдет, но все же. А тебе не будет плохо после этого? Будет очень плохо, но, по крайней мере, мы выживем. А что насчет тебя? Сможешь драться, если нам повезет наткнуться на одержимых или каких-нибудь негодяев? Не уверена, я чертовски устала. Что ж, тогда постараемся дойти до безопасного места, никому не попадаясь на глаза. Одержимые активнее всего с наступлением темноты, поэтому жители боятся выходить из дома и зажигать свет. Ночью тут совершенно безлюдно, даже стражи нет. Надеяться на помощь нет смысла. Мне знакомый алхимик, он держит лавку здесь, в предместьях. В своих письмах он настолько красочно описывал происходящее в Эдгере, что я посчитала своим долгом приехать и во всем разобраться. А вот другие друиды предпочли остаться в стороне. Не понимаю, как можно игнорировать нечто столь важное. Неудивительно, что дисгармония заставляет их держаться подальше отсюда. В этом друиды ничем не отличаются от обычных магов. Уверена, что дело в ней, но... В конце концов, большинство людей озабочены лишь собственными проблемами. Я прекрасно это понимаю, но все же разочарование меня не покидает.
Как бы то ни было, мой знакомый обещал свою помощь в поисках людей для гильдии. Пока поиски нельзя назвать успешными, но все же я благодарна ему за попытки. Он тоже маг? Нет-нет, он алхимик, хотя иногда использует зачарованные предметы в своей работе. Его зовут Элман, мы с ним знакомы много-много лет. Я знала еще вот таким малышом. Они с моей дочерью росли вместе, почти как брат и сестра. У тебя есть дочь? Да, мы с ней не часто видимся. Она уже совсем взрослая, у нее своя жизнь, у меня своя. Сколько же тебе лет? Больше, чем ты думаешь. Сколько? Секрет. Но ты ведь не эльфийка. Как такое возможно? Не только эльфы могут сохранять вечную молодость. Некоторые люди тоже на это способны. Хотя бы намекни, как ты это делаешь? В ответ на это она лишь засмеялась. Ну же, в чем твой секрет? Это все друидские омолаживающие ритуалы, никакой мистики. Единение с природой – лучший способ сохранять молодость. Звучит довольно просто, но на самом деле это целая наука. Но ведь этому можно как-нибудь научиться. Только если ты друид. Так и знала, что подобные чудеса недоступны простым смертным. Как жаль. Ну, друидские ритуалы не единственный способ. Есть еще черная магия. Нет, погоди, это прозвучало как призыв практики чернокнижных ритуалов. Забудь, что я сказала. Черная магия не входит в список моих интересов. Если ты никогда не пробовал, не стоит начинать. Тем более, если тебе не нужны проблемы с законом. Наконец-то мы на месте. Ох. Не знаю, как ты, а я прямо сейчас завалюсь спать. Мне нужно позаботиться о лошади, поэтому иди вперед и не жди меня. Хорошо, тогда встретимся утром и обсудим все вопросы, касающиеся гильдии. Приходи завтра в алхимическую лавку Элмана, я буду ждать там. Договорились. Ну, до встречи. Доброй ночи, Мэл. Доброй ночи. Диви пришлось довольно громко и долго стучать в дверь, прежде чем хозяйка таверны открыла ее с весьма недовольным лицом. Ну, заходите быстрее, не шумите так, а то сами знаете. Твари только так на всякий шум сбегаются. И вы, девушка, шустрее давайте, шевелитесь. Лошадь кому, конечно, заводите и забегайте следом. Долго дверь открыта, держать не буду. Какое гостеприимство. Рислин остался спокойным, даже когда Мэл прикоснулась к раненой ноге, чтобы проверить, крепко ли держатся бинты. Похоже, боль полностью отступила. Твой бывший хозяин неплохо постарался, да? Синтезатор речи включен. Рислин, звездочка, согласна, эфирканье, звездочка. Синтезатор речи отключен. Отдыхай, я вернусь за тобой утром. Оставив Рислина в конюшне, Мэл поспешила в таверну. А вот этот, короче, да. Вот тут я сохраню. И мы увидимся в следующий раз. Ладно, не буду сегодня смотреть ничего. Блин, у меня был такой замечательный план, но мне его испортили. К сожалению. Ладно, увидимся в следующий раз. Мы будем Эдгар читать дальше. Вот, да, давайте. Всем пока.